Всем привет! Начинаем гулять по нашему летнему Петербургу. Вот сегодня у нас воскресенье, 2 июля. То есть финал соревнований по футболу. И хорошая погода. В народе говорят, что это сделали специально, разогнали облака. Ну, может и специально. Но вот действительно погода хорошая. И вот мы решили пройтись на площади труда. Новой Голландии, такой участок огороженный, точнее не огороженный, омываемый каналами. Вот, есть место. С недавнего времени здесь проходят различные конкурсы, инсталляции, такое место, для, где можно спокойно провести время, отдохнуть, посидеть. Ну, конечно, если погода хорошая. И вот здесь американская группа Poetic Kinetic своими руками собрала огромную жар-птицу. Эта работа весит порядка 1 тонны. 7 опор держит всю эту конструкцию. Порядка 200 тысяч перьев из парусной ткани. Лоскутки такие цветные. Все они вручную на крючках прикреплены к огромной рыболовной сети. И вообще очень красивое такое действительно действие, когда ветер колышет все эти разноцветные кусочки перья. Просто обалденно. И, знаете, еще с погодой повезло. Осталось очень хорошее впечатление и настроение после посещения этого действия, этой инсталляции, некого действия. Все-таки это действие, потому что эта штука рассчитывалась специально для Санкт-Петербурга, для нашей пасмурной погоды, чтобы как-то до людей донести какие-то маленькие кусочки света, радости, цвета. Главный из этой американской группы Патрик Шейн. Фамилия у него такая, как у известного артиста. Надо сказать, что вот эта работа Poetic Kinetic, она уже не первый раз делает такие некие объекты. Это была у них когда-то гигантская улитка на калифорнийском фестивале. И герои древней китайской легенды на Олимпиаде в Пекине. Через 3 месяца, в сентябре, эта жар-птица уедет домой в Лос-Анджелес. И гигантский хвост этой жар-птицы станет накрывать детскую площадку одной из школ в Лос-Анджелесе. Вообще здесь очень хорошая обстановка. Очень много людей, очень много детей с родителями, точнее родителей с детьми. Никто не запрещает ходить по траве. Ставят столы, стоят большие тюфики такие, на которых можно полежать, просто, ну, вот просто полежать, поспать, просто полежать и посмотреть. Огромный корабль, остов такого большого фрегата, в котором сделана детская площадка. И, ну, в общем, хорошее место я всем рекомендую для того, что если будет как-нибудь время выбраться и ходить на вот как раз в Новую Голландию. Просто походить, посмотреть. Там проходят разные конкурсы, различные фестивали, различные группы поют. Вот соревнования, приназваны соревнования по пинг-понгу. Вот, вход бесплатный. На территории достаточно много различных кафе. Можно купить мороженое, просто кофе на вынос. Тугову. Или сидеть, выпить вина, что-нибудь съесть. Вот и все, собственно говоря, что я хотел вам показать. Все, всем пока, всем привет. До конца сентября в Новой Голландии можно будет еще увидеть инсталляцию «Жар-птица», созданную американскими художниками Poetic Kinetic специально для Санкт-Петербурга. Пока-пока.